раз, раз. Ну что, друзья, кажется, раз. Начнем. Мы начнем со слов «Все так долго ждали этого дня». Да. Следующая песня посвящается сегодняшнему дню. Потому что все его так долго ждали. Мы готовились, запланировали мероприятие с сентября. Поехали. Thank you.
Спасибо всем. Спасибо. Сейчас будет песня, она вообще не про пьянку, внезапно. Она написана, эта песня про Россию, она написана, когда вот этих волнений, митингов и путингов еще не было, а вот такие мысли, они уже были. Вот.
страна криминальная, обнаружены пустые карманы. Кто-то крестит, кто-то за это смеется, краденый мотор, но в жизни несется. Классы, словно городки какие-то дружные, а то мэрия взбесилась, а по углам все гоняют, раздувают, хотя лающие правду ничего не делают. В нашей школе можно выпить джина по ночам, таким же страхом будут новые законы. Сейчас я покурю. Thank you.
спасибо большое. А сейчас мы немножечко все уже дружно покурим. Спасибо. Итак, мы... Итак, мы продолжаем. Группа Кубыко. Поменяемся инструментами и сыграем еще одну тихую песню вам. Дядя Ватя пришел из деда попросил.
волнался, я его отменил за чай, что на днях начал встречаться, будучи его женой. За жизнь делом я довольен, риторический вопрос, дал мне кулаком хорошим, и сломал мне, сука, нос. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася, он сломал мне, сука, нос. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася, он сломал мне, сука, нос. А сейчас на сцену приглашается Жорик, мой друг. Мы с ним споем одну песенку. Очень жизненная песня будет сейчас. Я вступление сделаю. Давай. Песня Костина автобиографическая. Ага, сейчас бас. Да, автобиографическая песня, да. А может, не автобиографическая была? Мы тоже на пьянке зачинили, да. Да, ну... Это совсем-совсем автобиографическая. Да, это совсем. Это моя любимая, да? Да, твоя любимая. Я мои друзья алкаши, я все еще не мужик. Я бабы не даю, вообще никогда не даю. И за них я начну пускать, за них лежу забивать. Мне нужны не эти бабы, я имел с ним переживу. Я 20 лет хожу без бабы, еще больше проживу. Ребята, по панку. Панк стал, да.
еще сыграем такой большой. Кстати, после этой песни можно и чуть-чуть выпить. У кого там что-нибудь налито? А хотя бы чуть-чуть. Еще маленький моментик сейчас. Я хочу заказать. Сейчас наш друг или за рок-н-ролл, ребята! Костя, 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 да. Сейчас наш друг Илюша Смоляков, он просто автор очень многих песен, текстов наших песен. Он хотел бы сказать пару ласковых или не ласковых по нашему поводу. Илюш, тебе слово. Окей, сколько знаком довольно давно. Как все начинают рассказывать, не буду, наверное. Да. Расскажу пару моментов интересных довольно. Приятно. Как-то раз зашли с Костей на пиво, которое обычно бывает. И вспомнили с Костей про одну песенку, точнее про один мой текст, который я ему давным-давно отправил. Вот. Ну такой психоделический немножко. Вот. И Костя говорит, я так недавно. И Костя говорит, я так недавно чуть-чуть так музыку придумал. И начал. И начал вот это вот, то, что сейчас будет именно. В общем, и сыграл именно то, что как бы, ну, писалось. Вот. И второй момент, то, что сейчас будет. Я шел после колледжа домой, зашел на плотинке в трубу, там стоял Костя играл. Вот. И Костя прервал, что он играл, песню какую-то, не помню. Вот. И говорит, тут недавно музыку придумал. Вот надо песню такой, сделал вот это вот. Да. Ну вот это. Вот. В общем, приятно, когда люди понимают текст и музыку, и понимают слово буквально. Вот. Ну и Костюка с днем рождения, конечно. Спасибо, Илья. Спасибо. А песня называется «Одинокий поезд». Блюз.
пьянку, как кто-то просил вот здесь. Да, ты просил про пьянку специально, у тебя песенка идет. Стал, посмотри на магнитофоне. Плюс нет. Единственная известная песня в нашем репертуаре. Остров, чтоб не остаться на солнце. Подпишем
другому лучше, чем моча. Кто там пустил нашего заводителя через дом обратно лодку в овоща? Теперь вот так. Правда, на утро половину осушили. Но камера сказала, что это не сослужи. Вернулись с топором!
Выйду на улицу и думаю, о да. Короче, спасибо всем, и рок-н-ролл жив. Стоп, стоп, стоп. We'll be right back.
все. Программа закончилась. Но можно и написать. Можно еще. Живых осталось 7, 6 раз.
все. А, я пользуюсь возможностью, хочу поздравить Константина. Достань, пожалуйста. Да, маленький скромный подарок, но я думаю, Константин его оценит. Вот, у нас... Костя что делает, в принципе, Костя? Он играет рок. Вот, в принципе, Костя, ты играешь рок, значит, чтобы как бы ни у кого не вызывало сомнений, да, например, что Костя играет рок, ну мало ли, да, ну бывает всякое в жизни. Костя, носи. Спасибо. Просто чтобы без слов было понятно всем, кто это такой. Всем спасибо. Очень рады были. Примеряй. А, маленький стриптиз. Так, давайте. Сейчас, сейчас. Что там? Я только... Костя, давай вокруг шаломный. Да-да-да, давай. Красиво, чтобы. Потому что день рождения, он должен запомниться. А что может более запоминающееся быть, чем стриптиз, да? Пускай мужской. Пускай мужской, но это же стриптиз. Ну, девочки. Под музыку. А давайте музыку. Барабаны, барабаны, играй, чтобы я под них танцевал. Да. Что это такое? Сейчас по пиву все гости скинулись быстренько, и все, и домой спать. Да. А, кстати, мои друзья, кто знаком, как насчет завтра продолжишь у меня дома? У меня 2 литра самогона есть!